Так, 12 ноября 2019 год, Харьков, полнолуние, четвертая попытка вклиниться в просвет между облаками и приступами у сумасшедшего соседа, помешанного на работе перфоратором. Вечернее время, сколько там, кстати, времени? 18:40 по Киеву. Пойдем на улицу снять, но там ветерок. При таких увеличениях ушатает мне камеру на треноге даже. Боже, какая красота! Вон наш кратер Аристарх слева, в верхнем углу левом. Красотень! Ты посмотри, разошлись облачка довольно удачно. Не получилось снять Юпитер, я хотел снять, на закате был Юпитер вместе с Сатурном, а Луна вставала на востоке, было бы классно одновременно снять. Ну уж как получилось. В конце ноября будет слияние, схождение Юпитера и Венеры, по-моему, сближение на градус, угловой градус между ними будет в момент сближения. Что на кумполе, как у Луны, на кумполе какой-то кратер, интересно, как отсвечивает, ракурс такой получился. О! Прям маковка. Да, быстро Луна движется. Сейчас. Проползет Луна полный путь. Будем надеяться, сосед опять не вклинится в этот, своим перфоратором в эту запись. Это, конечно, надо 10-11 запись заповедью сделать, не работая в многоквартирных домах перфоратора. Да, засыпает и падает на перфоратор, что ли. Короткими очередями, ты посмотри, чтобы ствол не перегревался. Ну ладно, бог с ним. Смотри, пятую запись погода. 12 ноября 2019 год, Харьков. Все равно красивая полнолуние, даже несмотря на аудиодиверсанта соседа с перфоратором.